Всем привет! Смотрите, у меня вот такой набор. Руль. Вот такая штука. И космофен. Внимание, вопрос. Что я буду с этим всем делать? Короче, на самом деле я хотел показать, как это шишечки для рулей, вот которые вот так клеятся. Они, смотрите, не пластиковые. Резиновые, мягкие. Это говорит о том, что вы практически на любой руль ее, вот видите, он сюда приклеивается легко, хоть ну, на плоскость не приклеите, но если он шире, тоже хорошо приклеивается. У меня есть вот такой руль, не знаю от чего, перетянутый в кожзам. Модель на нем тренировался. Чуть грязненький, ладно, это пофиг. Мне неохота отдирать эту кожу, потому что просто это столько времени занимает. И я решил, я просто поверх сделаю. Вот так. Вот так берете шишку, примериваете, как вам удобно. Вот так же обычно держится здесь. Как удобно примериваете. Вот так фиксируете. Можно ручкой вот так вот обвести и приклеить. И как раз я еще поверх ее вот так вот только этот кусок перетяну. Клиенты будут приходить, когда типа, а как будет поверх старой кожи? Я буду говорить, вот смотрите, так будет поверх старой кожи, а можно еще вот такие штуки сделать, если хотите, с дополнительную плату. Вот, беру я эту шишечку, вот так прикину. Я бы вот вперед ее сдвигал, на самом деле. Мое мнение, мне удобнее не посередине, чтобы она была не назад, а немного вперед, чтобы вот эта часть почти в плоскости была. Тогда сзади пальцы на нее охрененно ложатся. Так и сделаю, потому что я же как для себя делаю. А на другой части можно потом как-нибудь сделать по-другому, чтобы человек сравнил. Вот так обвожу. Беру космофен. Приклеиваю. Вообще. Вот я свой руль буду перетягивать, обязательно эти шишечки сделаю. У меня же это. Я еще пока никому не говорил. Наконец-то свершилось. Я отдал гольф в покраску свой. В переварку. И ждать мне это 1,5 месяца минимум. Там уже его весь распилили, ампутируют прогнившие места. Вот, я думаю, можно как-нибудь на днях съездить. Если интересно кому-нибудь такой видосик короткий про мой гольф, как он сейчас выглядит, то пишите в комментариях. У меня тут куски всякие остаются. В данном случае кусок вот я вырезал, да, до этого делал руль. И обнаружил, что тут какой-то косяк. Но так как здесь это будет образец, этот косяк будет где-то вот тут, вообще пофиг. Этот кусок я и использую. Как-то вот так, наверное, сделаю. Как раз попробую способ, как один человек делает. Давно хотел. Подходящий момент. Пойду изоленту найду. Это оказалось несложно.
изоленту найти. Оп. Ой. Скользнул, что ли? Посмотрим. Я, наверное, не буду перетягивать на 40 минут. Просто вот это место делаю и все. Переднюю часть приклеил, отрезал. Вот заднюю часть тоже намазал клеем. Сейчас чуть-чуть подсохнет и тоже приклею.
И, кстати, ребят, хотел напомнить, у меня есть канал платный на Бусте. Там всякие ништяки для новичков, полезная информация, как то сделать, все, очень много уже видосов. Вот, если что, там ссылка внизу будет в описании, переходите, подписывайтесь. Кстати, если не хотите подписываться, можно отдельно пост купить, там 200-300 рублей он стоит. Блин, ну мне вот так вот больше нравится даже по толщине. Ну плюс кожа, можно даже сравнить, получается, кожзам и кожу. Вообще разница. Кожу охота вот так вот делать. Нормально. Сейчас сошью. Вощеные остатки 0,8. Мне нравятся вот такие нитки уже. Кучу раз показывал, видите? Слэм. Брал последний раз у нас тут в Казани. Не знаю, есть там они сейчас, нет. Стоили дорого. Две, то ли 2600, то ли 2800 я брал. Но там большая намотка. Иголочки вот такие использую. Их найти сложно, чтобы вот так было. Видите, ушко какое не торчит. Обычно продают вот такая иголочка. И вот такое ушко сумасшедшее. Для чего такие делают, я не понимаю. Это, считай, вы просовываете в отверстие, да, в коже, а там оно становится не отверстием, а дырой. Вот такие иголочки можно найти. Сейчас скажу. Вот в таком подобном наборе. Да. Вроде... Не, а, не, эти конкретно эти не в таком были. Но в этом тоже нормальные есть. Две иголочки из такого набора можно забрать. Он стоит 30 или 50 рублей. У меня из-за этого куча разных иголок остальных остается. Не нужно. А эти я вспомнил, эти я отдельно покупал. Тоже, по-моему, рублей 60 за одну. Ну, и вообще идеальный размер, на мой взгляд. Честно, как-то я это неудобно начал делать.
Когда шьем крестик, вторую иглу, когда втыкаем, ну, вот так оттягиваете первую нитку, чтобы не попасть в нитку. Если вы в нитку попадете, вы потом не протянете нормально. И если вот, например, вы вот этой иголкой первый шаг сделали, вот так, то ей все шаги первые и начинайте, чтобы именно эта нитка была снизу, чтобы красиво было. Бонусом, так сказать, как шить крестик. Вот такой образец получился. Шов крестика я решил сделать. Ну тут чуть-чуть видно эту. Вот эту. Пас я же ничего с ним не делал. По толщине, кстати, интереснее, чем было. Ну было тоже ничего. Но сейчас. Да. Мне нравится. Такой образец для клиентов. Сравнение натуралки, точнее, и кожзама, и без шишечки, и с шишечкой. Вообще нормально. Вот, если что, они у меня есть. Снизу номер телефона, пишите в WhatsApp.